Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, сообщил, что в ближайшее время запланировано создать новый трехсторонний формат с участием Киева, Польши и Великобритании. Несколько ранее Кулеба и его британская коллега Ли Страсс обменялись мнениями о совместных шагах по предотвращению агрессии со стороны России. Было также указано, что Лондон будет способствовать украинским инициативам в ОБСЕ. Одновременно министры обсудили подготовку к созданию нового трехстороннего формата взаимодействия между Украиной, Польшей и Великобританией. Отметим, что инициатором такого формата сотрудничества стала именно Великобритания около месяца назад. В приложении к заявлению Совет по геостратегии приложил карту, разъясняющую геостратегическое назначение нового объединения. На карте территории трех стран соединены стрелками, а военные объекты Лондона в Европе обозначены с разных сторон. Страны-член НАТО также показаны на карте, а Россия и Беларусь отмечены на ней как враждебные территории. Британский министр иностранных дел также подтвердила, что Лондон развивает новые трехсторонние связи с Варшавой и Киевом. По ее словам, Великобритания вместе со своими союзниками будет продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к прекращению конфликта. По мнению политологов, у каждой из сторон есть своя выгода в этом альянсе. Великобритания после выхода из Европейского Союза ищет новую роль на мировой арене и старается быть как можно активнее в различных сферах. В подтверждение такого подхода эксперты приводят вызывающее поведение Великобритании в Черноморском регионе и прошлогодний инцидент с британским эсминцем Defender. Более того, премьер-министр Великобритании может лично извлечь выгоду из такой энергичной внешней политики. Таким образом, он пытается отвлечь внимание граждан от внутренних проблем. Заинтересована и Польша. Через этот альянс она демонстрирует свои исторические связи с Лондоном и Киевом, а также показывает, что, хотя она и является членом Европейского Союза, у нее есть свой взгляд на европейские дела. К слову, как стало известно, 17 февраля Соединенные Штаты напрочь отказались называть точные даты предполагаемого российского вторжения в Украину. Пресс-секретарь Госдепартамента США заявил, что Вашингтон никогда не указывал точную дату начала эскалации. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к министру иностранных дел Великобритании с призывом принести извинения за распространяемую ложь и недостоверную информацию. По ее мнению, трус должна извиниться перед народами России, Украины и Великобритании, а также перед западными СМИ, поверившими ее заявлениям.